Доброе утро всем! У нас сегодня совершенно другая погода, не та, что была вчера. Опять пришла весна, она как-то недалеко уходила, знаете, за угол зашла и вернулась. В общем, вот оно, солнышко, солнышко с утра пораньше. Мы уже позавтракали с Гришкой, сейчас будем приниматься за работу. Вот у нас сегодня вот такая вот. Нужно убрать, в общем, пергамент от всех цветов, все сложить. Баночки, потому что скоро будем печь пасочки, через пару дней буквально. Я слушаю «Силу воли», аудиокнигу через YouTube и готовлю обед. Это мяско с соевым соусом. В общем, здесь свинина порезана крупными кусками. И сейчас будем делать соус. Для соуса будет подсолнечное масло, соевый соус и горчица зернистая, в общем-то, немного совсем добавлю, потому что другой нету. Я уже смешала соус с мясом, добавила еще перчика, соль не добавляла, так как соевый соус, еще лук. И все, теперь отправляется все в духовку, минут на 40, может быть на час, ну, в общем, 200 градусов. Так, я сейчас в ванной мою раковину. Что-то я глянула, гляньте, она тут вообще у нас, как всегда, напшикала все фаберликом. Зеркало фаберликом для стекол. Вот такое вот. Ну, оно не прям самое лучшее. Могу сказать, что есть лучше, но по цене вполне себе приемлемое. Вот. И для ванной это, конечно, обожаю его, самое лучшее для нас. Уже давно им пользуемся, даже на работе сижу, не давала. Так что, в общем, все напшикала, не знаю. В общем, распылитель поставила и все, добавила средство на раковину, все немножечко вот так вот потерла. Видите, теперь все вот это мыло присохшее, весь черный налет, он хорошо от встает, и вот здесь вот просто темные подтеки у нас от рук, знаете, от рабочих. И они тоже прекрасно, вот видите, все удаляется. Поэтому я, в общем-то, счастлива этим средством. Оно не так дорого стоит, то есть, чтобы его попробовать. Так что рекомендую. Так, мы обедаем. Ну да. Пюре у нас, мясо и в школу. Так, я пообедала, я же, кстати, вам раковину-то не показала, как она блестит. В общем, красота. Григория, когда отвозила, заехала в общем, магазин, купила, помимо собачьего корма, который под навесом, и кошачьего, сметану маленькую, потому что почему-то мы ее стали не доедать. Творог на 72 рубля, 5%. Сливочное масло на развес и два огурца, потому что очень хочется сейчас пойти на улицу, нарвать шпината и сделать салат со шпинатом, с яйцами и с огурчиком. Я сейчас буду заниматься пряничками, расписывать, вернее, дописывать курочек и вот таких вот зайчиков, которые вылазят из яйца. Сейчас займемся этим делом. А я иду за шпинатом, потому что тучи нашли. Ветер дует, мне кажется, дождь пойдет. Ну, хотя, может быть, и пронесет. Взяла миску, сейчас сюда листиков нарву. Посмотрите, как-то сейчас все красиво расцвело. Прям целые полянки фиолетовые. Меня прям сносит. Вот еще одна полянка. Прям можно фотографироваться, только солнышка уже нету. Так, вот шпинат, сейчас буду рвать листики и салат. Я напекла пряников, пока никого не было. И хорошо, что вовремя сходила за шпинатом, потому что дождик, у нас был дождь. Яйца сварены, домашние яйца. Не знаю, 5 штук, надеюсь, что достаточно. Вот здесь вот мисочка шпината. Сейчас я все хорошо помою, обсушу на полотенце и порву прям руками. Будет салат со шпинатом, с огурцом. Вот такой вот салат. Я его немного посолила, немного добавила специй. Это, я забыла, как называется, малосянь. Вот, сейчас еще раз вам покажу. Вот такой вот, это из Китая. Еще Олесина мама нам привозила. Вот открыли новую пачечку.
И добавлю немного сметаны. И вот такой вот салат. Здесь огурец, яйца и шпинат. Очень вкусный, можно с майонезом, но у нас почему-то его нет. Поэтому будем со сметаной. Афонечка уже дома. В общем, всех папа привез, мальчишек. Сейчас мальчики дрова наберут. Я не пойму, там что, дождь опять начался? Да? Так, ну давай тогда поужинаем. Хорошо, у нас сегодня на ужин пюре, мясо и салатик. Афоня уже попробовал салатик. Да, а еще что? Листики, это называется шпинат. Да, пинат. Шпинат. Пинат. Угу. Ветики пинат. Да. Все, мы всей семьей ужинаем. Да. Ну как тебе салат, пап? Со сметаной, а не с майонезом, нормально? Подожди, какие большие кусты листьев? А тебе трава слишком большая? Кто, майонеза нет? Почему? Потому что я знаю, такое же было и 14 февраля, потом 23 февраля, потом... Это папа про то, что я 8 апреля буду спать. Потом 8 марта и отсыпаться будешь. То есть 8... Показывай. Мы едим с чаем пасочку, которую я пекла для фотосессии. Ну ничего она так даже, да? Вкусно? Да, кстати, сейчас она лучше выглядит, чем на фотосессии. Чем на фотосессии, да. Тут пазл решил собрать. А что это ты захотел? Да просто скучно стало. Мне тут заказ на такие вот пасхальные яйца с бантиками. Это вот такой вот тоже интересный заказ. 50. Сейчас в сушке еще пряники. И наделала желтых цветочков. Попросили у меня отдельно цветочки желтые. Кто видел в Инстаграм, что я еще и цветочки продаю отдельно на куличи. То есть хотите, заказывайте у меня весенние куличи, хотите вот такие вот цветочки, которые теперь ждут, когда высохнут. И завтра, сейчас еще серединки сделаю. Не знаю, каким, белым или розовым. Так, а у меня вот такие вот еще милахи. Жене сказал, первый раз вижу, чтобы зайчик из яйца вылазил. В общем, папа меня обсмеял. Так, вот такая вот красота. Мне очень нравится. Нравится, что такая вот кракелюр тут. Все потресканное яичко. Вот. Хорошо, что дети меня понимают. И мам, тут играют сами. Меня занимает. Мам, да я ты что? Так как только у меня пряничная пора, сразу начинаю смотреть сериалы, вот это уже заканчивается. Про любовь опять, как он называется? «Одна жизнь на двоих», да? И дети тут со мной. На сегодня план выполнен прям на все, по-моему, 100%. Все, что хотела, пряники, вот эти вот белые, все подготовила для завтрашнего декором. Цветы желтые по заказу. Яйца с бантиками разноцветными. Мне они очень нравятся. И еще из остатков айсинга сделала розовые цветы. Они тоже пригодятся, потому что куличи по заказу буду печь не только в пятницу, но и в четверг. В четверг у меня и домашние куличи, и на заказ. Осталось только лишь убрать все в холодильник. Здесь еще пюре осталось нам на обед. Мяско завтра нужно что-то к пюре приготовить. И шпинат еще не весь. Салат, еще огурец остался, яйца есть. Так что, наверное, еще приготовлю завтра на обед салат.